Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби и Кошак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Прям синхронно, классно сказали. Ребята, давно у нас не было карты хоррор. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик и подпишитесь на мой канал. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, я уже немножко посмотрел, буквально одну минутку. Сразу скажу, я запомнил одно, вот здесь туалет. Кстати, сегодня у нас будет ролик от третьего лица. Специально скачал мод. Надеюсь, вам понравится и как-то необычно для Гаррис Мода. А ты так сидишь на параше, что ли? Это законно, что ли? А я на нем сижу. Так, нормально. Так, ладно. Давайте будем проходить все-таки. Надеюсь, прикольная карта. 40 мегабайт весит и будет длинно. Я уже тут... От третьего лица непривычно все ломается в хате. Так, нифига. А, стойте, я уже вспомнил. Идемте на улицу. Вот сюда идем. Электричество подать. Замок отламываем. Заходим сюда. Нажимаем рубильник. Выходим. Так. Подождите, тут уже да, ничего, туалет не рабочий стал. Так, идемте сюда. Во, вот сюда нам. Так, я первый. Ого. Ай, ничего не видно. Я разбился. Умный челепиздрик, мы тебя ждем. Так, не знаю, может от третьего лица, от первого сделать? Как-то плохо видно все. Так, давайте, если что, я потом назад включу. Пока мы так поиграем. Я не знал, кто тут катакомбы будут. А че вы ползаете? Тут ходить можно. А да. Я от третьего лица включил просто. И, ну, так кажется, что маленький. А че, сюда нам нельзя, что ли? А можно. Ой, блин, это что, у нас получается лабиринт? Так, давайте я вас жду. Так, здесь у нас пусто, возвращаемся. Тупик. Так, 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 нормальненько. Тут что? Ой, пацаны, вы запоминаете дорогу? Нет. Я тоже. О, Димас. О, я за лестницу зацепился. О, мы с Кошаком уже лучше играем, чем раньше. А я? А ты нет. О, ночной режим. Давайте вот так включим. О, вообще сильно. Слышите какие-то шумы прикольные? Да-да-да, иди скребут. Шкафы двигаются. Я не знаю, почему, но меня тянет сюда в эту сторону. Так, а тут наверх. Димас, я тут подъем какой-то нашел. И тут наверх. Сейчас встретимся, Серега. Я иду к вам. Давай, давай, мы тоже не... А, тут тупик, возвращаемся. Карта запутанная очень. Давайте. Я, кажется, знаю, куда нам. Классно у нас сегодня компания. Дэдпул, Фредди и Железный Человек. Железный Человек. Железный Челепиздрик пойдет. Так, а куда? А куда? Куда? Сюда. О, вниз. Нифига себе, еще ниже? Да. Вот это разработчик запилил. Еще лабиринт. Ого. Я когда ее проверял, там скримеры какие-то были. Че с их нету почему-то? Сейчас я договорюсь, что скример будет. Давайте. Сейчас накаркаешь, да, Дим. Нету, пацаны, тупик. Блин, ну тут западло, идешь так полдня, а потом тупик в конце. Разработчик, красава. Давай, давай, разработчик. Тяни время. Испортить настроение. Сюда, да? Да-да-да. Так. О, я что-то слышу. Будто аниматроник какой-то говорит. О, наверх. Пойдет. А мы отсюда не пришли случайно? Нет. Понял. Мы еще ниже спустились. Понял. Так, пацаны, успеваем? Я без шифта, я просто иду. Я тоже. Потихонечку. Хотя в Гаррис Моде реально очень быстрый бег. Какой-то нереальный. Тут ты так идешь, как бежишь. Так. Давайте направо пойдем. Тупик. Опять тупик. Да, бывает. Четвертый тупик. Постоянно ведут далеко куда-то, а там ничего нет. Так, Серега уже начинает переживать. О, подождите, там мы аж отсюда только что пришли. Мне кажется, это другой какой-то. Ай, блин, башка. Этот поглубже вышел. Да нет, такой же. Так, тупик. Вот говно.
Зря спускались, что ли? Карта очень странная. Ну да, получается обманка. Так, надеюсь, мы найдем проход. Катакомбы жесткие. Это подземный лабиринт у нас сегодня. Типа, или все хотели, чтобы мы в лабиринте поиграли. Вот и будем выбираться отсюда. Тут тоже тупик, значит, там через тележку. Ох, и запутанная. Такс. Если там сейчас еще одна будет, значит, мы уже тут были. Мы должны выбраться, пацаны, по любасу. По-моему, заблудили. Заблудились. Да, наверное. Опять вниз. Вот, блин. Ай, нога. Так, идем, идем, идем. Я слышал, кто за стенкой там бегает. То есть и помочить бы кого-то. Некого и помочить. Давайте разделимся, а потом встретимся здесь же. О, тут наверх подниматься. А мы идем обратно, мы тут уже спускали. Были уже тут? Да. Вот, блин, точно. Или не, нет? Мы там еще в одном месте не были, кстати говоря. Ой, тут подниматься. Тоже тут были? А тут тупик дальше будет, да, мы тут были. Понял. За офигеть. Мной идемте, вот мы еще в этом месте не были. Вот сюда. Надеюсь, пройдем. Да, сложноватая карта. Что-то я слышу какой-то гул. Никого не вижу. Ребята, пишите в комментариях, пройдем мы эту карту или нет. Потому что, мне кажется, она очень запутанная. О, здесь мы не были. О. Точно. О, кирка. Легко. Кирка, легко, идемте. Кирка, идемте, я по-любому нас с собой брать. Идемте. О, как раз три бутылки пива. Бери, бери. Мне, тебе и Виктору. Погнали. Пацаны, вниз тут надо. Ой, зацепился. Димас, лови пиво. Кидай. О, не разби... А, не, разбилась. Об мою голову. Пацаны, сзади кирка. Надо ее с собой по-любому брать по сюжетке. Я уверен. Так, все будем надолбать. Все-таки мы нашли. Красавчики, куда дальше идти? О, давайте ниже пойдем. Так, что тут медленно иду, так? А тут, опа. Она мне хп снимает. Ай-яй-яй. Ох, блин, она убила. Ого, вы появились, фиг знаде. На самом начале. Так, я помню эту местность, пацаны. Ее все помнят. Вот. Опа. Скример был. Наконец-то на карте хоть один скример появился. А может, с этого места все и начинается? А вот тут все, мы бегали от фонаря, что ли? Так, тут бочки. Сейчас как бахнут? А нет. Они красные были тогда. Так, бежим со всей силы. Надеюсь, тут что-то будет. Пацаны, здесь тупик. Может, кирку надо было сюда нести, не? Я не знаю. И нереально как-то. Что дальше? Назад возвращаемся? Походу. Значит, мы правильно проходили, где нас тележка убила. Так, вот эта тележка. А как она срабатывает? Может, рычаг надо нажать на нее? Пусть она едет впереди там. Или тут надо что-то нажать, может. Сейчас пойдем туда позже. Сейчас мы тут посмотрим, что. Там нас смерть ждет. Блин, тупик. А тут тупик. Ребята, я жертвую с собой, а вы идите дальше. А, ты к нам тпкнешься? Нет, я пробегу. А, давай, проверим, что будет. А мы будем сзади тебя бежать. Так, стоит тележка. Может, это не это будет катиться? Ого, она резко. Беги, беги. Сзади, Серега, она. Все, я убежал от нее. Она остановилась. Блин, тебе стрёмно идти, друг. А, она остановилась просто. Да, она будет опять катиться. Так, смотрим. Тележка убийца. Там тупик слева. Так. Тут что-то есть. Еще ниже? Что-то я уже очкую. Так, мы пробегаем. Скоро спустимся, мне кажется. Так, тупик, тупейшн. И тут тупик. Че, зря сюда шли, что ли? А, вот тут что-то лежит. Кости какие-то, а не? Тут кто-то уже спустился один раз. Да, уснул и не проснулся. Не, пацаны, назад. Нам сюда не надо. Это точно хоррор? Ну да, ты ж видел, там один скример был. Этого достаточно.
Блин, а куда нам дальше? Ребята, пытались мы пройти эту карту, просто куча времени уже записали, скорее всего, это я все вырежу. Летали-летали, нашли эту комнату, скорее всего, мы должны сюда как-то попасть в конце этой карты. Поэтому мы покажем, что здесь есть. Солдаты, пацаны, танцуют, посмотрите, военные. Этот вообще робота пилит. Здесь тоже солдаты. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, ищите я. Пока!